ערב טוב. מישהו פה לא מדבר רוסית? זה אנחנו נעבוד על זה, זה לא בעיה, כן. אני מתרגם לך, אני אשלח לך את זה במייל אחרי זה. Добрый вечер. Мы группа Spybox. Хорошо. Очень рады, мы очень рады быть там в Бершеве. Мы очень рады быть здесь сегодня вечером. Мы на самом деле долго ждали этого момента. Когда мы опять приедем в Бершеву, мы всегда любим приезжать сюда. Это, в общем, становится нашим вторым домом. Вот мы рассуждали, какой хороший город Бершева, вообще хороший, где все время жарко, мы сюда точно переехали. Но мы действительно очень-очень любим. Мы любим вас. Я вот это то, что я говорю. Есть Мазган, мам. Есть Мазган, Маквале Хулио. Но жарко. Хам. Хам. Хам бе Бершева. Йо-де-рам. И места нет. Места мне тесно. Несколько месяцев назад мы не начали экспериментировать. То есть мы много лет уже играем вместе, несколько лет играем вместе, мы играем, в принципе, вот этим вот составом. Геннадий Талис, кино! Борис Риммер, виола! Владимир Каплан, тупим! ואני שי פקר על הבאס. Почему я это говорю? Потому что несколько месяцев назад мы начали экспериментировать, и мы вам покажем две новые части, двух новых программ, которые мы сделали. Одна это с современными звуками, с электроникой, использование именно таких последних нововведений технических, как мы можем это совместить с нашей музыкой, с нашей игрой вживую. Это вы увидите во второй части нашего концерта. А сейчас я хочу пригласить на сцену солистку израильской оперы, певицу, известную. Классическую певицу, которая в какой-то момент подошла к нам и сказала: я очень хочу с вами петь. И мы вот подобрали какой-то репертуар, который, в принципе, тоже очень тяжело и серьезно над этим работаем, чтобы именно создать возможность для певицы классической с нами выступать. А я хочу пригласить на сцену Зоар Акмон.